Саша, если не лайк не поставят, то их родаков в школу вызовут. Все, да? Ну. Запись уже идет. Дорогие друзья, всем привет! Всем привет! Если лайк не поставите, ваших родителей в школу завтра вызовут, а завтра 1 сентября. Всем здравствуйте, ребята, у нас новый видос у Тима, я там пропустил пару роликов, но не стал на них делать реакцию, потому что много ютуберов, которые делают на эти ролики свои, на funny moments свои реакции, но тем не менее... Я все видосы его смотрю, и сегодня, 2 часа назад, вышел этот видосик. Мы сейчас посмотрим, какая новая комбинация 8-бита, как-то тут, короче, сейчас что-то будем смотреть. О, кстати, я не знаю его геймплей, будет интересно. Это, кстати, Рома с лайв-канала. Есть ссылка в описании на его канал, если вам интересно, там тоже снимает БС-ку. И всякую прочую дичь. Короче, подписывайтесь, если вам интересно, ссылка на его канал. Это тот самый человек, который бонус тут по промокоду того-то. Ладно, поехали смотреть. Рома будет без звука, смотрите со звуком. В общем, приятного просмотра, кто кушал. Приятного аппетита, кто кушал. Понеслась. Let's play! Ну и жвачка, как всегда, сейчас вынесет пол карты. На, вторую жвачку. Сейчас третью закинет, смотри, на тебе еще третью, жри, собака. Еще динамайк, блин, кидает. Насыпал. Ну, это тупо загнали в угол, парня. Нормально, нормально. Тимрайль красавчик. Супер Шелли... Что это, глич? Глич. Ну и ладно, забей. Бан. А она отхилилась? Или мимо? Наверное, отхилилась. Наверное, пассивка сработала. Оп, оп, насыпаем, 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 и пошла жара. О, вот оно что, Михалыч. Подожди. Со 100%, смотри, в нулину. А что делает ульта? Она, короче, увеличивает урон биту. Ну, роботу, понял? Ага. Нормально. А он не отжирается при этом? Нет. Ловите ловушечки, они сейчас застанятся, да? Там же... Минус. А, ты видел, короче, динамайк? Да, 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 динамайк откинул под мином. Вот. Да. Ты видел, какой замес там вообще, боевик целый. Да, 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 и 0% сняли. Ого. Ого, это бейсбол, детка. Да. Ну, Коль дырявый, понятно. Коль дырявый, понятно. И... Здрасте. Что это, продолжение? У нее ульта. А, я думал, продолжение будет. Ну, я знал, что оно, конечно. Так, динамо под спидами. Чпок. Так. На, похлебал, и он... И он... А, он сдох от, от Барли той фишки. Да, кровью. Это карма. Да. Персонаж медведь. А, я знаю. Смешанные эти ульты. Это, короче, можно... Это дружеский поединок, можно пассивку любого персонажа использовать, ну, на любом персонаже. Я понял. Там резко меняешь персонажа перед дружеским поединком. Я помню, у тебя был такой видос. Да, у меня был такой видос. 1, 2, 4, 8... Нет, это тут что-то не то. Я что-то... Ну, видишь, еще одна пассивка. Короче, пассивка Тика у других персонажей. Ага. Ну, я как бы шарю, как это делать, но, типа, уже давно записывал об этом видос. Баян. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Хорош. А подожди, а разве, если наступаешь на петарду, взрываешься мгновенно, что ли? Да нет. Нет? Просто как раз тайминг выводит. Нельзя вот просто так взять и... Красава. Капец. А как он узнал, куда она полетит? А там ей выбора не... Не понял юмора. Там мяч в текстуре застрял и гол засчитали. Читеры, блин. Как же я футбол не люблю, ты бы знал. Угу. Давай, вот отсюда забьешь гол, я полюблю футбол. И шо? Ты видел, как был первый гол и какой второй гол? И первый... Теперь овертайм, блядь. Красава. Но они, видимо, за справедливую игру были, да. А там несправедливый гол. 15 банок. Так, а кто... А, вылупился кольт. И он сейчас их вынесет. Прикол? Что, серьезно? Угу. Ты не верил?
Да не гони. Они же лохи уже сидят такие, типа, все там кого. На майк, вроде, что случилось? Как он стоит? А у него же пассивка, он подпрыгивает. Конченая пассивка. А как, какой кнопкой? Да, Андрей, какую кнопку он подпрыгивает? Он под себя кидает, и когда взрываются бомбочки, он подпрыгивает. Смотри, он тупо уворачивается от кактуса. Прикольно. А ты что, не знал? Нет. Какие пассивки? У меня еще ни одного персонажа до 10 силы нет. Не, ну... Я про пассивку... О, я тоже так часто делаю. Я тоже так быком срезаю всегда. Чпокс? Чпокс? Блин, он ему хотел победу отдать, но тот сам сдох. А как он сдох? На минах Бо. А. И все равно достало, я в шоке, блядь. Это дичь. 10 банок. Если Мортис выиграет, ты съешь свой носок. То это не Мортис, это Нео какой-то. Он не выиграл, так что не надо есть носовки. Не, ну прикольно, реально такой. Раз. Гол. Сами гол. Себе. Автогол. Пиу, пиу, пиу. Пиу, пиу, пиу. Где Пайпер вырубил, да? Супер Кольт. Еще это пиу, пиу, пиу. Воробушек. Смотри, накидывает. И... А, типа она... А, до звезды не дошел. Оттянулась. А так можно? Оттянулась? Да, ну типа она со своего места оттянулась. Я не заметил. Нифига дробилка. 27 банок? А так можно? Да, с роботом можно. Что, простите? PewDiePie. Что он делает? Как он через текстуру из... Сейчас там что же там? Что-то тут не то. А надо проверить, так можно? У нее спасибо такая, такой радиус. Я хз. Ну типа текстурка двигается, может. Упс. 2 хп. А, я понял. Это называется это. Ух, прыжок какой у него ж новая пассивка. Чпокс. Ну такое. Он интересно. Так, что тут так виды? Брала, пока. Эти пацаны стояли, ничего не делали. Ясно. О, вот это топовая тема. А, да, да. Запомни, да, на Карла вот так вот ужас, что можно творить, блин. Смотри, даже Шелли можно вынести такой херней. Смотри. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну это надроченным надо быть. Да ты в комбайчную зазвонил. Хотя не знаю, Шелли, блин, могла выиграть там. А, это Optimus Prime, типа? Темный скин на мех ворона? Ой, сейчас на всех троих прыгнет. А, нет. Ого! Шаолинский футбол. Ты видел? Мяч забивали, и он прыгнул, перехватил. Хлобейс, хлобейс, хлобейс. Ладзяу. Это, блин, Кольт виноват, на самом деле. Лох. А как, куда ладно, она стреляет? Ладно, ты не видишь, когда в кустах, куда, да, но она ты... стреляет? Мортира стреляет за того... поле сражения? Да, да, да. А что она там увидела? Ухи, о, качество, бля, подъехало качество. Контент пошел. Бля. Ну, качество, конечно. Минус 1080. Прям как мой контент. Так. Что происходит? Их обстреливают. Охренеть! Охренеть! Тупо, алло, комбайчная? Я тут хочу... Две тимы, Брок, на лоу хп, между двумя тимами причем. Это не то, что он на крысу зашел, знаете, когда... Мы момент пропустили. Когда, знаете, есть моменты, когда тима между собой мочится, да, и ты залетаешь и убиваешь их. Он между двумя тимами, это
Круто было. Бам! Причем одной ракетой двоих. Красава. Ну, как всегда, жвачка, да? О, так она еще подтолкнула. Да, типа, ну, что ты, не стесняйся. И они, да. Ой, что там происходит? Да тут непонятно. Оргия с, кома... с этим. Это уже какой-то хентай. Сколько гемов осталось? Гемов в банах. Что это за язык? Испаньола? Испаньола, не аморе. Не аморе, испаньола аморе. Так, так, минус стара, что дальше происходит? И что, как с тремя банками можно их затащить? Чего он хочет? Подожди. Мне интересно, кульминационный момент. Так. Атара, Атара сражаться хочет, я пойду сражаться. Да ладно. Выбежала. Ее напарник ее тянет на дно, а она... Ну а ты что пришел? А Примус сольет или вытащит? Я не знаю, я не видел это. А ну, Данечка, как думаешь, Примус сольет? Привет, 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 маши ручкой. Смотри, ну там... Ну и Тара опять выжила. Funny moment, смотрим. Что это такое? Она выжила? Да, Тара резнулась. Прима прыгнула, она резнулась. Что за поединок такой? Нана! Бан. Маши рукой, привет. Привет! Так, ребятки. Ну как тебе моментики? Круто. Вообще, скажите, интересно смотреть такие моменты. Еще Даника подошел, он говорит, моменты, моменты, без меня не смотрите. Давай пятюню, папе. Все, пойдем гулять, да? Ура, гулять. Обнимай папу, идем гулять. Маши, всем пока. А Данечка, поцелуй... пока всем. Пока. Поцелуй папу, идем гулять. Воздушный поцелуй всем, пошли. Вот так вот, воздушный поцелуй вам. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я пошел с сыном гулять, а вы не скучайте, вечером увидимся на стриме. Моменты реально... Все, врубаю. Пока, ребят.